Весна приходит в Брест не только с красиво цветущими и благоухающими деревьями, но и с большим количеством творческих фестивалей и мероприятий. Одно из них уже несколько лет подряд отличается своей яркостью и фееричностью, которая с легкостью сегодня может претендовать на статус городского праздника. Студенческая весна 2024 в очередной раз завершилась в Брестском государственном университете имени Пушкина. Фестиваль студенческого творчества уже более 20 лет у нас проводится. Студенческая весна, ее название традиционно этого фестиваля. Но 7 лет мы уже апогеем, финалом этого фестиваля ставим парад студенческой молодежи под названием таким звучным «Наш ориентир. Весна. Студенчество. Успех». Этот фестиваль, в принципе, на протяжении 2 недель он проходит под эгидой энтузиазма, энергии, целеустремленности, способности ребятам показать свои возможности в творчестве, в науке, в спорте. Очень насыщенная программа, более 50 мероприятий. Ну и вот этим красивым торжественным шествием мы закрываем наш фестиваль. Хотим всему городу, нашему любимому, в этом году город Брест у нас молодежная столица, и это символично, заявить о том, что студенты Брестского государственного университета готовы исполнить все мечты, все желания, реализовать любые социально значимые проекты, которые у нас стартуют и реализуются в университете, ну и во всей стране. Вот так громко, музыкально и торжественно по улице Советской прошел парад студенческой молодежи из Брестского государственного университета имени Пушкина под девизом «Весна, студенчество, успех». Во главе колонны шествовал оркестр 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Вот уже на протяжении 7 лет сохраняется такая добрая традиция – встречать весну творчеством. Песнями и танцами студенты не только продемонстрировали единство молодого поколения и активность первого региона, но и смогли сделать фестиваль по-настоящему ярким и красочным, как, впрочем, и всю подготовленную программу студенческой весны 2024. Каждый внес вклад в яркую палитру закрытия фестиваля и выразительно продемонстрировал, что в Пушкинском университете учатся умные, талантливые и креативные студенты, которыми Брест может гордиться. Надо отметить, что хорошая традиция с 2016 года, когда студенческая молодежь проходит по улицам нашего любимого Бреста. Я еще раз подтверждаю то, что в любимом Бресте только вместе. И вот это подтверждение парада, наверное, подчеркивает вот эти все моменты нашей молодежной политики, когда государство многое для этого делает. Это и первое рабочее место, и поддержка в работе, и выплаты всевозможные для того, чтобы наша молодежь могла самореализовываться в нашем городе и в нашей стране. Сам парад молодежи, который сегодня университет проводит, наверное, подчеркивает то, что в Бресте сегодня есть статус молодежной столицы. И для нас очень важно, чтобы все молодежные инициативы были услышаны, а еще лучше и реализованы. И одно из предложений было, чтобы масштабность этого мероприятия приобрело на фоне всего города, всех студентов, чтобы они могли показать себя, рассказать и прославлять свои вузы и наш город. Песни, танцы, ораторское мастерство – это не полный перечень того, что делают своими силами студенты Брестского университета имени Пушкина. Главное, что каждый из них получает от участия в таком празднике, и это удовольствие. К сожалению, сейчас нету солнца, но я думаю, мы есть то солнце, которое светит и освещает. Как весна расцветает все, так и мы расцветаем. Это новый какой-то этап, поэтому для нас это очень символично и празднично. Мы действительно едины, у нас какая-то единая цель, несмотря на то, что мы с разных факультетов и разные здесь представители и Бурсема, и Правкома, то есть все равно у нас объединяет что-то одно. Я уже 3-й раз участвую в этом параде, для меня это, конечно, традиционно, потому что когда ты идешь, когда люди видят вас, тоже восхищаются, и ты чувствуешь тоже какую-то силу, когда ты идешь вот с такими большими, вот такой большой толпой людей, это очень вдохновляет. Раза 2-3 я уже точно принимала, и открытие, и закрытие. Впечатление просто превосходное, так как я представляю профсоюзную деятельность. Это неотъемлемая часть вообще моей жизни. С первого курса я там с ног до головы погружена в это.
впечатления прекрасные. Все всегда навеселее, подвижно, концерты, мероприятия. То есть все как надо для молодежи. Я с первого курса стараюсь принимать в этом участие. Я всегда была активна, еще со школы. И я поняла, что благодаря активности профсоюзной, БРСМ, студсовет, эта самосвязческая жизнь, она становится насыщенной и яркой. То есть можно, грубо говоря, сходить на пары и прийти в общежитие, и ничего, а можно проводить просто замечательное времяпровождение на каких-то мероприятиях, и ты себя чувствуешь членом такой огромной семьи, как наш университет. Я уже участвую не первый раз в открытии студенческой весны. Это праздник молодежи, праздник студентов, так как это очень крутое, зажигательное мероприятие. Всегда проходит парад, всегда оркестр есть, всегда это все очень сплочает студентов и молодежь в общем. Студенческая весна для студентов дает новое открытие, совершение и много новых позитивных эмоций, много новых знакомств. Несмотря на то, что студенческая весна 2024 завершилась, ребята не расстраиваются, ведь у каждого из них впереди еще много весенних дней, которые непременно будут такими же веселыми и яркими и насыщенными. Анастасия Мелешкевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович. Новости Бреста.